Стоп мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рому! Ладно, уговорили. Сирены попадали в пучину морскую. Так, теперь с этой минуты все, кто не знает пароля, сразу на бар, за коньяком, на всех. Вот так вот. Кстати, можно проголосовать. Между прочим, рекомендую Бучич. Голосуем! Чего рекомендуем? Бучич, коньяк, Бучич рекомендую. А пучить не будет от Бучича? Проверено, не пучит. Бучич, а Бучич. Ну что? Короче, мы голосовать будем, что с каждого опоздавшего по 50 грамм коньяку каждому. Голосуем. Я знала. Пиастрами. Единогласно. Я воздержался, я не пьющий, что мне? Вот, пиастрами. Я тоже не пьющий. Сок. Короче, все видят, у нас тут полная демократия. Кто не видит? Шо? Кто сказал шо? Демократия, кто не видит, того на рею. Свобода слова, ну ее нафиг. Кто не видит, того на рею. Вот, правильно подсказал. Будешь у меня на рее до Маврики реять. Так, команда, через 5 минут отчаливаем. Подготовиться. Плывем в Австралию за жемчугом. Возражения есть? Возражений нет. Женщина. Есть возражение, что Австралия? Потому что там жемчуга много. А женщины? А будем не за бриллиантами, давайте в Африку. Африка! А еще не вечер, кстати. Ладно, я поняла. Так, лоцман, направление ветра. Что, зюйт-вест? Ты пальцем показывай. Туда. Так, 3 румба влево. Да не вправо, блин, а влево. Ты, лоцман! Ты меня вообще не соображаешь, где лево, где право? А, вот почему в прошлый раз вместо Индии в Америку пришли. Я понял. Стой! Куда пасу? Тут детёни ёбаный сидит, а ты пойду пасу. Ну пойди пасы. Короче, якорь поднять, паруса. Блять, а где паруса? А кто это вчера из боцмана мумию делал? Гад, загадил все паруса. Ворочался он, ни хрена себе ворочался. Кок, ты чем его вчера кормил? О, Господи, и как же мы теперь в Австралию без парусов-то? А придется! Короче, слушай меня. Пойдем на энергии качения. Так, братва, раскачиваем палубу. Да поживей. А первыми, для того, чтобы нам как-то оторваться от суши, выступают самые сильные, самые смелые и мощные. Пираты из группы заслуженного корсара, кавалера ордена веселого Роджера Рустама Канумы.